Добро пожаловать на канал Hardrset Info. Перед нами находится устройство Oppo A94 5G. И сейчас я покажу вам, как добавить отпечаток пальца на данное устройство. Для этого мы переходим в приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Пароль и биометрические данные». Далее нажимаем на отпечаток пальца, после чего подтверждаем, вводим наш пароль, который мы ранее установили. Если вы его не установили, то нужно установить. И нажимаем «Добавить отпечаток пальца». Нажимаем «Ок». Желательно, чтобы участок экрана, где мы будем прикладывать палец, был чистый. И также желательно, чтобы сам палец был чистый. Ну, в общем, начинаем. И таким образом мы добавили отпечаток пальца, после чего мы можем его либо переименовать, либо удалить. Вот, и также можем добавить еще отпечатки пальцев. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.